Всем привет, народ! В этом видео я расскажу вам, как учился ловить на фидер. Сел я вот вязать поводочки на сама и заодно вам как бы буду рассказывать. За окнами сейчас лето, так что вот будет там, наверное, как-то подсвечивать, не очень меня будет видно, но это не важно. Главное, чтобы меня было слышно. Первый раз поехал я ловить один на фидер. Ну, конечно, до этого кое-что там посмотрел видео, почитал литературу. Например, я научился вязать монтаж инлайн. Как бы уже поехал с небольшим багажом знаний. Выехал я первый раз в обед, на вечерку. Как бы и места особо-то не знал, там, чтобы днем места поискать в светлое время суток. И найти себе место как бы на будущее. Кто-то плещется, блин. Судак, что ли, кого гоняет, малька? Может, окунь? Кто-то есть. Бьется. Какая-то сапишка, что ли? Подлещик маленький. Ты малышка, малышечка. Подлещик, малыш. Вот они мне там и дерьмо уже, походу. Но это не зачет. Отпущу. Что у меня стучит там в катушке, не пойму. Рыбы нет. Есть кто-то. Хорошенькая какая-то рыбка. Ох ты, лещик хороший, ребята. Теперь бы его еще в подсак завести. Ух ты, мелко, блин. Опа! Добыл. За кило. Ух ты! Смотри, сколько лещара. Класс. Сколько тут? За кило маленько он разорвал ему. Все равно на еду пойдет. Хороший лещарик. Кайфарики. Сейчас взвешу. 400 кило. Вот такой вот мой первый лещ на фидер оказался. Было приятное ощущение поимки. Потом еще поклевывали рыбки, как бы повышая мое фидерное мастерство. А, точно. Вот она какая. Это кто? У нас такой. Так, это сапишка, это не подлещик. Эту можно брать на засолочку. О, сапишка. А я все думаю, кто у меня там жует, еле клюет. Лещ-то он не так клюнул. Хорошенечко. Хорошечно взял. Второй мой выезд, ребята, был уже с товарищами. Там добавилось еще немного всякой теории, много всяких нюансов. Например, мне показали, как правильно ставить фидер, оказывается, под 45 градусов. Я до этого как бы не знал нигде, никто не рассказывал. Но сразу скажу, что в этот выезд мне это все не сильно помогло. Хотя планы были наполеоновские. В планах, конечно же, жирный лещ, но
хоть что-то, если будет, то уже хорошо. В принципе, едем просто как бы отдыхать. Лёшка, Лёшка. Привет. Где расписаться в получении мужа? Я такие бумажки не взяла. Да? Нет. На слово поверишь, да? А возвращать тут же его будем? Там договоримся, да, потом? Соль какая-то вот. Соль есть у меня все. И главное, удочки возьми. А что, еще денег-то это дадите? За него? Да. Смотря сколько поймают. Продадим и отдадим. И погнали, руки, бедра, руки, бедра, руки, бедра. Вот, ребят, приехали мы на Сурское, ищем места. Придется несколько мест обойти, потому что сегодня выходной, и, скорее всего, большинство мест занято. Возможно, вообще их не найдем. Где-нибудь, может, присусонимся. Здравствуйте, товарищи рыбаки. Клюет. Молчат все. Все молчат. Вы ночевали? Да. Не смыло в море? Иду, иду к тебе, по стулу узнал. Здравствуйте. Здравствуйте. Костян такой. Ни разу не виделись. Там ребятки собираются, поэтому там освобождается. Да? Да. Да мы что-то, блин, в толпе-то не хотим, сейчас проедем там еще, пока посмотрим. Толпа, здесь никого не будет. Фига себе. А вас сколько человек? Все. Двое? А, сейчас а вот. Трое. Собираем. А, все уедете. Так что тут везде прикормлено. Так вот здесь палатку даже можно поставить. Вот я и ставлю. Да? Да. Поэтому у нас кровь будет не скучно. Здесь поклевывает вон кто-то, да? Вот это вот, подтягивает тут. Тык-тык-тык-тык. Вон парнишка. Вот на этом вот, видишь? Волна. Это волна или что? Парнишка, по-моему, трех поймал. А почему на этом тогда нет волны? Я говорю, это поклевывает. Поклевывает. Резко подсекает, да? Надо. А он привык к крокодилу. А я привык к спиннингу тоже, я вдруг тоже так же подсекаю. Кожа есть? Аккуратненько ведешь? Нет. Давай, опять. Мелочевка, блин. А, нет, есть кто? Есть, есть, дергается кто. Рома, вот там. Все, фильм, фильм пошел. Владила, не пишет, не пишет. Да иди ты, ты слава упустил. Бля, он хочет. Короче, у меня хороший лещ, сделал рывок, прям перед. Вот он, вот он, вот он. Что, ты пишешь? Я поймал, да? Леваки поставил. Не-не-не, по ним, по ним. Ага, лещик. Ой, что-то не подсачил, говорит. Все. Хорошенький. Ну, не самый большой. Ну, да, это до килошечки, наверное, даже. Грамм 900-800. Кило 600, кило 500, нормально. Вот. Такая вот рыбалка. Я в собак даже тут есть. Не, я такие здесь даже без подсаков. Собаку оставляете? Давайте, у меня такая же, только не с собой. Ну да, снимаю. А что там? Фишфлай. Рыбалка в пензе, забей. Он так его хрен найдешь, фишфлай забиваешь, он не выскакивает. Сейчас пока ходили за этим, за своим шматьем, человек тут поймал леща, сейчас покажу. Вчера прям погулку заложили, она там по-любому должна быть. Трон. О, какой. Что же ее получается? Вышло, да? Да, она здесь. За полтора. О, собачка какая. Ха, встречает с косточкой. Баксик. Ха. Бакс – это доллар как будто, да? Ага. Бакс. Прибыли на место, притащили все свое барахлишко. Начинаем расставляться. Включение будет попозже, как расставимся. Фу, так. В нашем деле главное что? Правильно, садок. У меня такой вот от Мифина какой-то. Не разбираюсь в них. Купил первопопавшийся. Длиной, наверное, 3 метра. Ставлю самый мощный кончик сегодня. Посоветовали профессионалы, так сказать. Третий
тип 3, самый мощный, для дальнего заброса. Так, сразу закроем вопрос по фидеру. Кайда Pro Inspirium 390 до 90 грамм получается, да, 390, 90 грамм, такой у меня фидер. А вот, кстати, такая вот у меня тоже катушка будет, как у Артема, фидер мастер 5000, так что свою не буду показывать. Вот такая же, как у тебя, у меня 5000. Ну, фидер мастер, да, я такую же вот и взял. Такой же, кстати, комплект, как у меня, или у меня, как у него. А как зовут-то за это, мы что-то с ним? Николай. Костян. Коль, да? Колёк, Артём, как же. Клюет, клюет. Пин-пин. Опять его не подходит, как клюет. О, он подтягивает. Нет, это... нет, он сейчас больше был, как жук. Жук. Все, ребята уехали, нам тут стало попросторней. У нас осталось четверо. Опять меня будут ругать, говорят, бегаешь по берегу, другим ловить не даешь. А? Смотри, на то сидишь. Смотри, ты будешь опускать подсак вниз, а я буду заводить. Дергает, дергает, вон как. Хорошо. Хорошая рыбка. Не торопись. Так, я буду тебя заводить. Ты, самое главное, за ним не гуляй. Угу. Не гуляй за ним. Я сам его тебя заведу. Как будет только подсак, будет... Да, я могу тебе даже помешать. Мне лучше иногда убрать, наверное. Это... Ой, хорош. Лопата. Аккуратненько. Не торопись, да. Не торопимся. Не торопимся. Ну нет, ну хоть полторашек, нет. Давай я к тебе его заведу. Так, аккуратненько. Артур, красивый, хорошо показал, батюшка. Есть. Командная работа. Так, сейчас подожди. Там весы лежат на стульчике. Сейчас принесу. Он несет весы какие-то. Здесь берет аккуратненько за самый краешек губы. Какой крючок номер? А, 16. Скажи людям, 16. Силы. Кило 600 я делаю ставку. Кило 600? Возможно. Пусть будет кило 600. Эх, не дотянул кило 400 где-то. Ну, полтора. Кило 430, все, зафиксировали. Хороший. Сфоткать тебя? А мы не ловим, мы отдыхаем. Потому что если ловить, это надо ловить, сидеть, наблюдать прям. Не уходить, вот как я вот сейчас ушел. Так нельзя делать. Подошел Артем, научил меня, оказывается, я спиннинг неправильно, ой, спиннинг, говорю, это. Фидер неправильно ставил, оказывается, надо под 45 градусов и смотреть. А я вот так вот прямо ставил, и ничего не вижу, походу, получается. Все, понял. Спасибо Артему. Уже нет, сошел походу. Все, сошел. Нету, нет. Все, бросай. А был. Он оторвал. Да, короче, оторвал он мне. Хороший лещара, походу, был. А мы в это время смотрели видео с телефона, как обычно. Ну, отдыхаем, ребят, отдыхаем. Хочется отдохнуть, и рыбки половить, и видео снять. Все вместе оно никогда не получается. Кстати, очень сложно, я уже, наверное, много раз говорил, снимать видео и рыбалкой заниматься. Это очень сложно. Сало, кстати, было на крючке. Сало и опарыш. Кусочек, маленький-маленький кусочек сала и один опарыш. Новый поводок. У меня поводочек там был очень тоненький. 0,10 лесочка была. Ну и такой поставлю. Ну просто я профукал среди этого отдыха. Надо было и помягче подсечку делать, соответственно.
Все аккуратнее надо было делать. Тут, тут вот так вот. Либо рыба, либо отдых. Ну ничего, ничего, ребят. Сейчас я попробую ориентироваться, так сказать. Мелкая сейчас. Сидит сейчас мелкая, да. Да не надо, наверное, под сак тогда. Что там, смотри, мелочь какая. Не надо под сак. А? Окунь. Офигеть. Окунь, ребята. Вот это лещ. Фуф. Так. Вот поставили палаточку. Вверх не стали ставить. Дождя не обещали. Ветер тоже вроде должен стихнуть. Штиль. С утра вообще штиль должен быть. Леха погнал качать вон. Супер матрас. Будем ночью плавать на нем. Артем, что-то задумал. Пойду поснимаю. Ты решил замерить, как там это называется? Не маркериться, а замерить. Будем считать, что это маркерный колышек. Расколышек, два колышек. Между ними 2 метра, да? Да. Понял. Там кормушечек. Чик одевается на один колышек. И, как говорится, погнали наматывать. Ну, здесь придерживаем. И держим натяг. Это 2, да? Вот это 3, да? 3. Это, короче, ты сейчас высчитываешь длину, которую ты знаешь уже, которая работает, да? Правильно? И ты эту глубину, ой, длину сделаешь, короче. Ну, сегодня она не работала. Не, поймал. Ну, не важно. Я имею в виду, для чего это делается? Да, да. Для того, чтобы попасть в ту точку, которая работала когда-то, там, утром, вечером. Ты просто знаешь расстояние уже. И ты делаешь специально, заклипсуешься так, сейчас именно на том расстоянии, понятно. Мне как спиннингисту нифига не понятно было, пока ты не рассказал. Артем там везет какие-то подсчеты, 34-17, там что-то у него там в миллиметрах пошло уже. Спортивная рыбалка пошла, я каждые 5 минут перезабрасываюсь и ставлю таймер. У меня таймер сработал, и у меня пошел перезаброс. Все. Вроде бы вот все есть для хорошего клева. Погодка. Все, закармливались тут. Ребята ночевали, тут вчера кормили. Но что-то пока не идет. Забросы вроде бы в одну точку. Ну там плюс-минус. Ну по длине точно в одну точку, а вот плюс-минус влево-вправо. 3 метра, наверное. Вот так вот, если взять. 6 метров, наверное, вот у меня так попадает. Не могу точно попадать. Разброс влево-вправо 6 метров. Артемчик что-то поймал. Я как раз штаны переодевал тут. Уже вечереет. Время где-то 5 часов. Мы вот сидели где-то с 2 до 5, вообще ничего не было. И вот, а что ты? Пускай ты поработаешь, а я поснимаю. У нас снимает плохой тандем. Да? Ну давай. Я хоть это, приму хоть леща. Хоть приму леща. Так, матом не ругаемся, снимаем кино. Смотрят. Идет дети. Супер лещ, смотрят дети. А может сюда? Такой сюда. Лещ. Не торопимся, опять же, не торопимся. Фрикцион может ослабить, он может дернуть. Может. Возле берега, опускай ниже. Я тебя буду заводить аккуратно. Аккуратно. Не торопись, пусть он устанет. Главное, не дай ему дна коснуться, он может об дно удариться и порвет. Они там ложатся на дно. Порвет поводок. Это сазан. Не, лещ, лещ. Какой сазан? Лещ. Опускай, опускай ниже. Да. Опускай, опускай ниже. Да сейчас опущу. Давай, давай, давай. Все, так, ну, хорошо, да? Будет? Ну да, по полутор. Может даже чуть побольше. Сделай. Благодарствую. О, смотрите какой. Красиво. Чуть побольше того, да? Ну, это кило 600. Вот Артем сегодня ловит, а мы пока вот эти. Как их называют? Лузеры. Весы, как товарищ зовут? Мы лузеры. Леха. Леха. Возьми у Лехи, у него хорошие весы.
Кило 300. Не, нормально, весы работают. Кило 340. Ну, как тот. Да. Тот тоже. Стандарт. Кажется, полтора. Кажется, что он больше. Он, может, поплоше. Ну, как это? Пошире, может, он. 26. Короче, у меня старые клипсы была 26, вот этих вот. Ты на 26 кидал? Не, не на 20. 26 на 2. Сколько это будет? 26 на 2? 52. 52 метра я кидал. Да я говорю, 50 метров, ты ебать. И мне, короче, надо убавить из 52. Ой, 20. Сделал с 35, да, из 52 35. А, вот этих у меня 26, мне надо убавить 6 и 2, 8, да? Ну да. 8 вот этих херней мне надо убавить. Ух ты, ух ты, мух ты. И заклипсоваться. Ту-ту-ту, такой, пу-пу-пу. Хорошо плывут товарищи вон на этих, на байдарках, или как они называются-то. На досках. А у нас тухляк пока с клевом. Вся надежда на утро. И вот в ночь я ушел с нулевым результатом. Хотя мог бы взять, не хватило опыта. Оставалась надежда на завтрашний день. Настало утро следующего дня. Вся надежда на утренний клев. Закармливаемся. Че там, покешите, поймали-то? Время 7 утра. У нас первый лещ на локации у ребят. Опять же. Тишь да гладь какая-то. Давай его сами, не хочу. Да, блин, такой. Да, такой же, кило 400, как у тебя прям. Он упитанный. А ну пожирнее он тоже. Да, жирнее. Я думаю. Блин, он зацепился. Давай. Лет в этом кило мои ставки кило 700. Хватит тебе. Давай. Полтораха. Кило 300. Нет, ладно. Кило 600. Все, хватит. Так зажарь. Жабру только им не порти, иначе он сдохнет все-таки. А за что ты его собрал? Скоро уж и так, говорит, сдохнет. Вот это, я уж порвал ему. Бля, ну что это такое? Опускай, опускай. Я же сказал. Че? У меня голосовал на. Кило 600, да. Кило 600. Просто сидел, у него как потянет он. Хреняк он там. Считай, сам засекся. Вот и все, ребят, до обеда потом была тишина, мы с товарищем пронулились, Артем, по-моему, перед уездом взял еще парочку лещей, молодец, Артем, поздравляю, но мы с товарищем хапнули, как говорится, фидерного опыта. Следующую рыбалочку я поеду, наверное, опять с ночевкой, наверное, в одиночестве. Все, всем пока, спасибо за просмотр, до следующего видоса.